разочек. Пройдем. Всем привет, с вами канал Art Money. И у нас началось путешествие пешее, да? Вместе с ребеночком, да? Жень, мы путешествуем? Путешествуем. Вот мы пришли в музей. Ну, мы в музей не пойдем, просто будем гулять сегодня. Классная погодка солнечная, музыка там где-то играет. Там музей чей, Дима? Ой, Женя. Алексея Толстого музей. Мы уже там как-то давно были без вас. А сегодня мы хотим просто погулять. Насладиться последним деньком лета. Хотя сейчас уже осень. Там где-то играет музычка. Тут народу много, очень снимают много. На видео снимают. Шумновато немного. Ветер. Травка зеленая. Пищит кто-то. И вместе с Димой. Вчера мы прошли очень большой круг, километров так, наверное, 10 вместе с ребенком. Сегодня уже тоже. Здесь у нас костел красивый, цветочки. А вот Алексей Николаевич Толстой музей. Смотри, тут какая-то. Какие-то всякие дверцы. Тут смотри. Дверцы. А тут вот смотри, как здание расположено. В случае пожара. Куда бежать? Тут тоже открой. Потом наш дом переехал в Уйбышев. А, тут все расписано, что как было. Да? Не надо. Идем дальше. С той стороны посмотрим. Корова тут какая гигантская. Давай. Не надо. Дима, закрывай. Тут нет. На замок закроешь? Смотри, вот тут сколько. Много. Тут сколько написано. Там написано что-то, Жень. Деревом пахнет так. Ты что, закрыл, что ли? Можно. Смотри за ребенком. Дима, иди сюда. Дима, идем дальше. Иди, он маму зовет, иди. Идем дальше, Дима. Надо закрывать. Дима, да господи, где он? Идем. Смотри, какие коровы. Смотри, корова, верблюд, да, вот жирафики, смотри, сколько их. Вот еще корова. Корова, смотри, вышла из-под коровы. Корова из-под коровы. А тут смотри, корова сидит на корове, на копытце у нее, да? Мартышка, смотри, какая мартышка с цветами. Маленькая ящерка. Вот еще и огромная гигантская корова, да? Идем. Сфоткай мне, пришлешь. Здание такое красивое, деревянное. Там нельзя, пойдем. Смотри, как красиво. Самовар вон там красивый. Ровно иди. Там как смотри, травка красивая, зелененькая. Да, книжка. Книжка. Костел отсюда виден. Да, ну там мы были с тобой только что. Ну пойдем. Пойдем посмотрим. Самовар там красивый. Как когда-то книги. Тоже книгу тут взял. А, вон смотри, заходи. Заходи. Вон какая беседка. Раньше такие беседки были. В них сидели, отдыхали, книги. Не трогай ничего, Дим. Димань. Сейчас охранник заберет. В них сидели, книги читали, чай пили, разговаривали. Красивая беседка, да? Нам бы на дачу такую беседочку. Да, лампа. Это лампа включает. Пойдем. Пойдем. Да. Вот, а тут какое, смотри, какое дерево большое, Дим. Дерево, смотри, какое огромное. Да? Больше тебя будет.
Травка какая зеленая, гамаки там. Это шарики. Нет, это не шарики, это лампы. Где у нас папа подевался? А он там ждет. Папа. Деревья, смотри, как красиво все. Такой парк. Я бы здесь жила. Я бы хотела здесь жить. Жень, я придумала, давай сюда переедем жить. Я тут хочу. Вот, представляешь, поготовил, раз пошел вот так вот сюда в сквер, вышел, погулял. Пока ребенок спит, вот так вот вышел, погулял, почитал книжку, особенно летом. Как хорошо было бы. Я бы вот жила, вот здесь. Да? Да. Дача хороша, вид такой. Ну, Толстой так и живет. Ну, вообще классно, смотрю. Тут вообще красота какая. Не знаю, как раньше было там, сколько-то лет назад. Ну, тут, конечно, начнешь не только рисовать, тут и писать начнешь всякие рассказы. Ну, какая тут красота. Тогда-то, может, и другие были еще какие-то деревья. И выходим сюда в город. А, еще Буратино. Памятник. Подожди, подожди, там фоткают. Подожди, фоткают. О, церковь или храм, уж не выбираю, закрыли. А там концерт, сейчас мы туда пойдем с вами. А? Да, да, да. У нас сегодня пешая прогулка до Ленинградки. Вместе с ребенком. Можно путешествовать, можно гулять по городу своему. Не посещая детских площадок. Филармония. Это жениха. Фонтан. Сейчас фонтан, еще там, да, будет фонтан один. Сейчас будет один. Пойдем. А тут, кстати, много кто поет. Постоянно. Видишь, какая красота? И тут мало воды, батюшка. Все, вода закончилась. Ну да, что-то низенькая такая. Красивый какой. Мне напоминает советские времена почему-то. Так было, наверное, всегда. Березка такая уже временами желтенькая, памятник здесь. Женя. Пойдем на другую пойдем. Там детей много, взрослые. Да, мы сможем пройти до площади Революции. Тоже посмотрим. А, ну давай. А я думаю, мы туда вниз, что ли, пойдем. А что там внизу интересного? Не знаю.
Нет, там ничего нет. Нету? Давай, знаешь, вот с другой улицы, или можно Ленинградской же пройти до площади Революции и ее посмотреть. А, обратно, что ли, вернуться? Нет, можно по другой улице там. Сеновальчик какой-то. Красивое, да? Смотри, чучело. Чучело. Грибинка. Настоящая, что ли? А это все тут напасали. Солома. Это солома. Ретро. Мотоцикл. Да, ретро. А это все. Мотоцикл такой. Раньше был такой мотоцикл и люлька. Называли. Садился туда человек и ехал. Собачка заступила на сайт. Здание какое, смотрю. Да, я вижу.